Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. Вижу водохранилище, а Скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Внимание, преступники ведут стрельбу. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Позади себя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? О, это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион расширил ассортимент. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Оранжерея! Теплица. Должна быть эклипта белая. Вот оно. Где оно? Это наяву или в голове? Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее. Но ты справишься. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместной работе. Простите, док, мне так жаль. Да, да, ты сожалеешь. Но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Посуди сам. Раз я так много для тебя значил, почему ты позволил мне разрушить себя? Я помогу тебе! Это нейропаутина, она действует на сознание! Ты про нейросеть, которую помог создать. Суровая правда в том, что ты сделал это со мной. Без твоей помощи я не совершил бы своих чудовищных поступков. Я не понимал, что с вами происходит. Зачем я оставил вас одного? Удачи. Жаль, что не могу тебе помочь. Оставайся сильным. Вот и белая эклипта.
это время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты помог? Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса. Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь эти те вопросы. Как я тебе звоню? А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг. Удачи в погоне за розовыми фонами. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Надо атропин на... Атропина нет. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите, я вам помогу, клянусь! Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Отрава не в тебе. Ты сам отрава! Ты губишь всех вокруг! Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник в жизни, в любви, в работе! Ты несешь только боль! Нет! Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь обойтись со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Я видел, Питер, как ты делаешь заметки. Воруешь идеи крыса в моей собственной лаборатории. А я называл тебя друг. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас и всегда буду! Ты продавал мои идеи Норману, саботировал мои величайшие проекты. Не думай, что я этого не видел. Не думай, что я не знал. Пожалуйста, док, прошу! Я возлагал на тебя большие надежды, Питер. Очень большие. Ты мог бы стать великим ученым, но тебе не хватает концентрации. Ты вечно рассеян, вечно опаздываешь. Я пытался! Я хотел быть там, но... Но... Одни но, оправдания. Бесконечные оправдания. Я нанял не помощник по исследованию. Я нанял ленивую пиявку. Мальчика, притворявшегося мужчиной. Нет! Это неправда! Нет! Если бы ты был на заседаниях комиссии по гранту, на предварительных проверках, бесконечных подгонках, если бы ты хоть раз был там... Может, мне не пришлось бы поступать. Док, еще не поздно все исправить. Исцелиться. А потом что? Ползти обратно в ту жалкую лабораторию? Перебрасываться мечом с моим некомпетентным помощником? Нет! Мне пора стать великим. Больше ты меня не остановишь. Держись от меня подальше! Вот он, атропин. Надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще знали? Ты почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. О, не волнуйся, паучья башка. Это много сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Писать.
совсем не переплюнешь. Добрался. Чудом. Но время на исходе. Надо смешать антидот. Настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Да куда проще? Ты просто я, который хочет меня отвлечь. Ну давай! Один есть! И неудачник! И всегда только им и будешь! Он меня провоцирует! Всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь! Мне нужно сосредоточиться на деле! Еще немного! Тоже мне герой, ты несешь всем одни страдания! Это как с троллями! Одного забанишь, и еще один вылезет! Еще один есть. На месте твоего дяди я бы тоже хотел, чтобы меня приспилили. Внутренний голос совсем распоясался. Остался один. Ты не замечал, что без тебя Мэри Джейн справляется куда лучше? Подумай об этом. Знаете, я бы лучше подрался с настоящим скорпионом. Я еле стою на ногах. Вот она, центрифуга. Наконец-то. Время на исходе. Я уверен. Вроде сработало. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Столько приятных воспоминаний испорчено. Слушаешь, да? Все наблюдаешь, запоминаешь, воруешь. Кому ты рассказал о нейронном интерфейсе, о моей работе? Что ж, хватит с меня, Паркер. Я верил тебе. Но ты не почитал мой гений. Что ты сделал вместо этого? Захотел закопать его? Нашел во мне дефекты? Нет никаких дефектов! Это красота во плоти. Идеальное устройство для расширения разума. Мысль, воплощенная руками гения! И теперь у меня осталось только одно желание. Я должен разорвать в клочья репутацию Нормана. И я исполню это желание.
Паркер говорит, что интерфейс опасен. Но он же еще мальчишка. Он сам еще ничего не создал. Думает, что можно сделать что-то, не испачкав руки. Люди умирали, сражаясь за мир. Умирали, чтобы добраться до Луны. Каждый прорыв требует крови. А этот прорыв... Он избавит нас от проклятого Нормана. А это стоит литров пролитой крови. Я этого не допущу, док. Нейронный интерфейс обостряет гнев Дока. Возможно, от этого он уже не оправится. Он планировал все это у меня под носом. Может, это была просто идея, а потом интерфейс свел его с ума? Как давно он уже использовал это устройство? Эта штука из худшей части науки. И непроверена, и опасна. На месте Дока я бы ее не включал. Он превратил пространственный датчик в систему прицеливания. Превращал эти руки в оружие, а я и не замечал. Фух, в голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Эй, дядя Бен, я скучаю. Стараюсь, чтобы ты мной гордился.